бодрое и веселое утро вместе с Салом Хамсадом. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Доброе утро, страна. Время в Душанбе 9:12. Сегодня у нас 7 апреля. Замечательный пятничный день. Вокан нам салам алейкум башнавандагон. Рузи джумай хуб ва рузи баҳори хуб. Дар наздимо ду халат накунам агар ду булбул дар наздимо қарор дорад. Это точно. Яке март, дигари зам. Друзья, как мы обещали, мы сегодняшнее утро посвящаем музыке. У нас в гостях блистательный солист театра, воспитанник итальянской оперной школы, выпускник Миланской консерватории имени Джузеппе Верди и итальянская дива, феерически выступившая в Худжанде на международном праздновании Навруза, лауреат многочисленных международных конкурсов. Друзья, у нас в гостях Шохрух Юнусов и Елена Сома. Доброе вам утро! Эти аплодисменты вам. Спасибо, что пришли. Доброе утро. Очень рады вас приветствовать здесь, у нас в гостях. Как дела, как настроение ваше? Benissimo, sto benissimo, non sono mai stata così bene in vita mia, davvero. E grazie per l'accoglienza. Я чувствую себя очень прекрасно, и прекраснее я себя не чувствовал ни разу в жизни. И не, сосунти, шоруха стюнки Елена, айма. Елена, аз мехмона узи, Таджикистан, аз табиати зейбой, Таджикистан, хело. Бахайрат омадаст. Бейтарин, хуш омадет, welcome. Улыбчивая, доброжелательная Елена, очень приятно. Приятно вас видеть и слышать итальянскую речь в нашем прямом эфире. Это здорово. Много. Друзья, Елена приехала прямиком из Италии к нам сюда, в гости, в Таджикистан, поэтому мы в честь этого даже и выучили пару фразочек на итальянском. Сейчас попробую их произнести, надеюсь, не ошибусь. Benvenuta in Tagikistan. Oh, grazie, molto gentile. Naubatimam. Sono Firdaus, sono Suhrob, sono Jamila. Io galat kardam ba nazaram. Bravo. Dar asl tarjumai on ro man paykhas burdam ki sono yani tanho nomi man guftad meshavad. Sono in mana. Mana. Tak, a ona na kak budet получаться? Bravo, lui e lei e. Lui e lei e. Луи Э Фирдаус. Луи Э Фирдаус. Луи Э. Бейтарин. Подождите, Лея Луи получается? Или мужской пол? Лея это женское, а Луи это мужское. Луи Фирдаус, Луи Сухроб, Сон. Соно. Соно Джамиля. Браво. Соно Джамиля. Здорово, будем учить итальянский. Огоска далозимас бахарнав. Что ж, друзья, как ваше настроение? Расскажите, как началось ваше утро? С чего оно началось? Как вы проводите свои будни? Ведь мы знаем, что завтра, уже 8 апреля, у вас будет концерт. Да, у нас настроение хорошее. У Елены настроение прекрасное. Завтра у нас намечается концерт, и мы очень воодушевлены и с нетерпением ждем выступить перед нашей публикой, потому что это всегда огромное удовольствие и непередаваемое ощущение выступить перед, да, перед таджикской, да, таджикскими, да, нашими слушателями, нашими зрителями. Да. Представляем, что вы сейчас ощущаете. И, друзья, хочу вам дать более подробную информацию. Завтра, то есть 8 апреля, в субботу, в 17 часов, в театре, в Академическом театре оперы и балета имени Садриддин Айни будет концерт «Вечер дружбы». И на этом концерте выступят как раз-таки и Елена, и Шохрух, и также гости из Казахстана, насколько я знаю, да? И, в общем, будет очень здорово, концерт масштабный. Можно сказать, что это международный гала-концерт в честь Навруза. Башнабажашни Навруз, овосхонуни машхур даватштан, ки дар ин ферис, албатта, Шорух ва Елена хузур доран. Боридгар хушомадед мегуем. Ман суоле ки ман аз Шорух ва Елена пурсидан мехостам. Дар футбол, кабл аз оғози яъни бозӣ, вартишгарон як ба вартишгоҳ омада, боре тамошо мекунанд, чи гап аст инҷо, омӯзиш мегузаранд. Заронан бад ба футбол я бад аз як чанд дақиқа ба варзишгоҳ ворид мешаванд. Шумо ба опера балет чунин ворид шудед? Албатта, барои опера сарайон ин як бор не, ихалан як ҳафта пештар бояд биёӣ ва акустикаи саҳнаро фаҳмида, бояд пай дар пай машқ кунӣ дар саҳнаи театр. Чунки
هر تئاتر نازکی خود را دارد، اکوستیکای خود را دارد. برای مطابق شدن، برای مطابق کردن آواز با اکوستیکای همین تئاتر باید پیوسته مشق کنی، چون که همه چی، هم صدای فورتپیانو و هم صدای آواز به طور زنده می شود. Wow, بهترین. What about you, Elena? Did you go into the opera ballet theater in Dushanbe? Did you like it? Maybe something new you will tell us about this place? Yeah. I speak in English. Okay. I just didn't want to bother him to translate. The theater is amazing, yes. And I'm so happy to be here and in this wonderful place. Yes. Yani man mavridi opera va baleti shari Dushanbe pursun shudam az Elena va albatta joy ba mehmonim opisando madast va bovari dorem ki fardo niz albatta besyor yak baromad va namoyishnamaye khubro dar ijroi hunarmandani dostoshtai khud bubinem. Raskazhite, chem budete udivlyat' na zavtrashnem konserte? Kakuyu programmu podgotovili? U nas spoiler. Programma из оперных арий и дуэтов и не только. У нас есть в репертуаре ещё популярные песни, то есть популярные наполитанские песни, которые знамениты во всем мире, арии из русских опер в том числе. Здорово. И я буду исполнять песню на таджикском языке. И еще будет номер на казахском языке тоже. Бетарин. Акнун мо кавери шумор дар иджрой шумо ва Мадина Акназарова ки виво перлей ном дошт. Бисер бароем он писан домат. Ин баадан ман Рости, ман авалин шахси астам ки ба назарам авал срудро дар иджрой шумо дидам. Баадан дар иджрой бачели. Мухлисон агар аз Италия моро шунаванд, ба фикрам гамгин намешаванд ки ба ман озхониш мо бештар писан омад. Вале, вахан хам хуб буд. Акнон боз аз сарояндагони маруф, агар чунин гуфтан ин композир бошад, кавер паго мешават ё на? Кавер паго аз сарояндагони, агар мо дар бораи поп сухбат кунем, намешават. Не, ман опера ро дар назар дорам албата. Ман яку як борам бегам, спойлер мешават, кавер аз рэпра хам мо интизор нестем, яне. Ба шумо як навгони ро мегум ки дар опера кавер вуджуд надора. А, фахмо. Чунки опера хо ро композитор хо аз композитор хой ки нависанд опера хой ки 100 сол пеш 200 сол пеш яне ҳеч кас ҳуқуқи муаллифӣ кардан ҳақ надорад. Ин операҳо классикӣ ҳисоб мешаванд ва ҳар кас метавонад, агар як техникаи мутобиқ дошта бошад, овозаш, ҳамун диапазони овозаш барои ҳамин роле ки дар опера вай ҳаст муофиқ бошад. Мархамат. Шурха, вы сами никогда не пытались поэкспериментировать, ну там, естественно, не на большой сцене, а дома, например, и перепеть какую-нибудь попсовую песню, конечно, в стиле, конечно, оперы? Какую, например, что вы нам можете сейчас представить что-нибудь? Давайте поиграем с вами. Какая песня вот сейчас на хайпе? Какую песню вы слушаете из попсы? Албата. Ну... Сказать попса, это тоже не совсем правильно. Поп-музыки, да, извините, пожалуйста, поп-музыки, да. Поп-музыка, ну, современная музыка, я слушаю много... Телеграм-самку? Кого? Амед, надеюсь. Из итальянской музыки, из американских представителей тоже. Мне кажется, даже в поп-музыке у вас очень утонченный вкус, поэтому вы так отреагировали на слово попса, потому что когда мы говорим попса, мы имеем в виду вот как раз ту самую самку, о которой говорил Фердаус. А у Шохруха все иначе. Отечественная музыка тоже, я много слушаю. Сафар Мухаммада слушаете, Сафар, например? Сафар Мухаммада слушаю, конечно, да. Так, какую песню Джуни вы любите? Джуни Бека Мурадова слушаю. Угу. У Сафар Мухаммада была песня... Та, ну як сурот будет, бисерный, а? Макарена. Ага, да, Локо Макарена. Да, разизи асбаро иман, мишуна виона. Да. Это сейчас... В каком стиле было исполнено? Жанр его типа два назад. Это, по-моему, просто, да. Что это, эксперимент? А если вдруг взять высокие ноты? Как узвучишь, Мишат? Эксперимент, да, радио Хамсадо. Утром это уже труднее, но я... Мы все понимаем. Распевка голоса, пусть это будет. Пусть это будет просто. Як тамрин? Эксперимент. Мешу на виона. Здорово! Здорово! Мо бештар хоиш доштем, вале ин мигдар низ барабу кофе аст. Да, хотелось бы больше, но и это было здорово. Шохрух, скажите, пожалуйста, вы, получается, уже окончили колледж музыкальный в Италии? Или нет пока? Я до сих пор студент Миланской консерватории. Так.
на последнем году магистратуры. Ага. В этом году я выпускник, получается, Миланской консерватории. Бейтарин. Во второй раз, потому что я позапрошлым году закончил магистратуру и поступил на магистратуру. بهترین میلانسکو کنسرتور اینی جوزپه من چیز رو پرسیدن انیف کردن میخواستم تشکر میگم با شروخ میگذاریم با دختری بازم زیبوتر یلینا So what did I want to ask from you? So we'll go to closer to your life if it's possible. So you like every beautiful girl, you have your own life. I mean, like boyfriend, maybe someone closer to you. Did they like how to say worry about your coming to Tajikistan and joining Shoruh to be here? من موردی حیاتی یلینا کمی پرسونش دام حالا پسخ رو میگیرم و بعدا ترجمه میکنیم. ما دبایم سوبتیتری پریویدیم для наших یوتیوب слушателей. She will definitely have something to say about that. Yeah, but se perché sì che sì. Preferisci in italiano? Sì sì sì, perché se poi questa qua riusciremo a vederla questa trasmissione, vorrei anche metterla in web con i miei italiani. With my Italian people. Cosa buoni italiani su Vatican. Boshat, no problem. E sì, quindi se ho avuto problemi con com'era? No, allora io qui mi ha raggiunto anche il mio fidanzato in realtà, però non, assolutamente non ho problemi per viaggiare, assolutamente non ci sono problemi, in quanto comunque l'Italia è abbastanza, le persone italiane sono abbastanza aperte oramai, anche se nel sud Italia un po' c'è ancora questa mentalità un po' chiusa così per quanto riguarda le donne, però io sono una donna, mi ritengo molto libera, amo la mia libertà. E quindi venire qui in Tagikistan inizialmente mi ha un attimino, sai, non pensavo fosse così, fosse una realtà così bella, così pazzesca. E quindi un po' inizialmente ero un attimo tentennante, però poi dopo ho detto vai, stupenda. Allora quindi sono felicissima di essere qua. پس از اومدن به تاجیکستان موکی در ایتالیا بسیار از درباره جغرافیای آسیا میونه کم میدونیم برای همین کمتر هیجان بود فکر میکردم چه خیلی جا باشد چی میشود برای من رفتن درست میشود یک خودم و با من بسیار راستی گفت سوال های زیاد میداد که در تاجیکستان چه خیلی با چی آزادی های زنان پیش از همه نگاه میکنن و آن چیزهایی که من میگفتم البته پیش از آمدن آدم چی میکند؟ هیجان میکند که آیا همین گپ های همین راست باشد یا نه؟ بعد وقتی که آمد قبول هر دو ما از ایتالیا آمدیم در شهر خوجند ما را قبول کردن و از همین لحظه های اول در شهر خوجند یکومش این که از ایلینا از جنوب ایتالیا از شهر نیاپل هست که به حد به نهایت جای های زیبا هستند اگر خطا نکنم یکی از جای های بهترین زیباترین دنیا کوستی امالفی جزیره کاپری که از تمام دنیا از تمام اروپا و امریکا هم ستاره های گالیوود آمده هر تابستان خود را میگذارونند واقعا هم خوب بهترین و قسم دومی سال رو به نظرم که شاید ندرست فهمیدن من اصلا موردی روم و اصوده بودنی تاجیکستان زیر شبهه نیست من یک چیز دیگر رو پرسیدم میخواستم که شخصی نزدیکشون رشک نکردن که در یک جایی با شما آمدن قسم دومی سال بسیار بیشتر مهم بود وینچنسو نونرا جلوزو دی می جلوزو کلمه انگلیسی جلوز صدا داد io credo che lui sia un po' geloso però sicuramente non me lo dice non è che mi però è una persona molto intelligente quindi sa che non mi deve dire niente e quindi non mi dice niente daraval daraval bash morosti meguyam ki kamtar chi bud rash ki bud vale bash mo yak chizi nav ro meguyam ki vincenzo bashari dushanbe omad vaqti ki mo omadem bashari dushanbe baroy didani konsert konserti mo va baroy didani tojikiston inchunin همراه ایلینا با تاجیکستان آمد. ترجمه کرد بهترین کار کرد. ترجمه کرد. فتو بنیس. Что ж, друзья, хочется задать вопрос о музыке. Шогрух, вы начали свою певческую карьеру
очень рано, с трех лет. Я читала вот в интервью, вы рассказывали, что с трех лет, точнее, нет, не карьеру именно, а вообще песню начали с трех лет заниматься, увлекаться с музыкой, лет. Да? С трех-пяти лет, да. В семь лет у вас уже было первое профессиональное выступление на сцене. Правильно, да. Расскажите, пожалуйста, ваша мама была вашим, вот и до сих пор есть, вашим спутником по карьере музыкальной, и она заметила у вас талант. Как это было? Как это произошло? Ну, во-первых, благодаря родителям, вот с тех пор прошли почти 20 лет. С тех пор, когда, ну, 18 лет, с тех пор я занимаюсь, как я занимаюсь музыкой, сделал первые шаги. Первый конкурс, который я выступал, и на котором я выступал и выиграл, это в Худжанде, фестиваль Донак в 2007 году. Да. С тех пор я выступал во многих международных конкурсах, в том числе на Славянском базаре в Витебске, конкурсе Бастургай в Казахстане, Сан-Ремо в Италии. В Турции вы заняли сразу три Турции после победных места. Да, да, в Турции была... Шурати Туркия Романда, Хотир Дорал, Джавила, Вахтаки, Дамон Мюмбадан, Тоджикистан, Тоджикистан, Ман Менигарам, Тоджикистан, Шорох Юнусов, Дарку Джост, Шорох Юнусов, Дарку Джост, Дар Шари, Дар Измир, Шоят Бошат, Монами Дуни. Дар Якум, Солки Ман, Ичхоли Джо Якум Кардам, Дар Сей Номинация, Сей Медалит Логирстам, Васоли Дую, Маро Хамчун, Мехмон, Таклиф Кардам, Вамо Турне Доштем, Дар Шархой Туркия, زیاده از خاطر نکنم 20 شهری ترکیه رومان تورنه کردم و وقتی که ما در چورابینی و اشتراک میکردیم در استادیون ها زیاده از 50,000 نفر 100,000 نفر اشتراک میکردم و بعدی برامد همین میلیسا ها یک کریدور میکردن و ما رو گرفته میبردن بسیار سیلیبریسی دا یک چی عجیب بود А схватыр номера того. Сколько лет вам тогда было? Мне было 12. 12 лет всего, я представляю эти эмоции. Албатта, ему шорухро, вахты, дорогая башенки, байсил Рюсмеган за глаза, Кевин из фильма «Один дома», но мы барим бешли. Почему он? Из-за того, что он... Ранний пик, Меган. В Турции, ага. Два, албатта, дар синий двоз, да, албатта, уромешнёх. Малилля, билборд, аэропорт, уромешнёх, реклама, бо суратима, дар автобусы, кимуро гирифта, мебурдан, азин шарт бадигар, در خفو در برهای автобус همین صورتی من بود با چی рекламой олимпиады. Наверное, именно тогда там в Турции вы решили, что точно свяжете свою жизнь с музыкой, да? Что вот вам вот понравилось это, и я буду топить дальше. Ну это не только в Турции было, и в Италии понравилось, потому что мы были в Сан-Ремо с родителями, и когда мы ездили, летели туда, вот перед отъездом был знаменитый исландский вулкан. Когда наши рейсы отменили, мы на один конец брали билет до Москвы. Оттуда я помню, что мой папа бегал по аэропорту, чтобы найти билет до Италии, до любого города. И он достал билеты до Рима. Ездили до Рима, потом сутки на поезде. Вот еле-еле успели на первый день конкурса в Сан-Ремо. Настоящее приключение у вас было. Барбарис Сан-Ремо шорох шло и штирё карте дар як из фестивалхой ба забони олмони ва хато ба забони олмони замзама карте. Забони олмони читари ка харяки мо медонем, яне дар талафуз каме, яне дурушт талафуз ме намояд. Вале опера ро ба забони олмони мо холо гуш накардаем. امکانیت باشد یک دو پرچه شعری خصوصا در ژانر اپرا. بله. همین سرودی که من سرودی فرانس شوبرت رو در آلمان خونده بودم الینا هم میدوند. برای همین من با شما پیشکش ما یک به طور دوئت برای شما پیشکش. بهترین. چه بود زدارو. قبل از اون که شما زمزمه بکنید من خود رو میخواستم باری اول در حیات خود همچون روی اپرا روی یعنی دیریژور؟ نه روی برنده. احساس کنم آماده هستید. در صحنه سراینده ژانری اپرا شاروخ یونوسوف زیری خرسکوی شما این بسیار تا برنده بوکس بود دوچنه اکنون این تمرین اولین است با همین خاطر غلط هم میشوند مرامت
Leise fliehen meine Lieder durch die Nacht zu dir. In den stillen Hain hernieder, Liebchen, komm zu mir. Liebes Schweigen aufs die Augen, liebes Morgenlicht, liebes Morgenlicht. Behtarin, Шорох Юнусов дар радио Ҳамсадо. У ман ба назари ман театри опера ва балет ба назарам аз мо дустиро дигар канда мекунад ҷамеда, ба он хотире ки мо ин қадар овози Шорохро ин субго ин қай истифода мебарем. Это было очень здорово, это было очень красиво. Я точно завтра пойду на концерт, возьму с собой своих сестренок и братишек, и посетим ваш концерт, насладимся таким замечательным пением, такой замечательной музыкой. Это было потрясающе. Ждем вашего дуэта, кстати. Вы можете пока договориться, какую песенку споете. А пока у нас музыкальная пауза, друзья. Бодрое и веселое утро вместе с Салом Хамсадо. Друзья, мы вернулись в эфир после небольшой рекламной паузы. Я напомню, что у нас сегодня в гостях замечательные музыканты, оперные певцы. Сегодня у нас в гостях Шохрух Юнусов и Елена Сома. Друзья, мы на чем остановились с вами? Остановились на музыкальной паузе. Послушали великолепное исполнение немецкой оперы от Шохруха. И вот что я хотела спросить. А вы так и не рассказали, как мама определила, что вы точно сможете стать певцом. Оперным, тем более. Вы перед телевизором, может быть, смотрели чье-то исполнение и запели. Или Лучану что-то поворот, в этом роде что-то случилось. Расскажите. Да. Я с малых лет, когда мне было, по-моему, 4-5 лет, много смотрел телевизор, и у нас был канал «Азия». И там вот, когда поздравляют с днем рождения, и потом включают музыку, и я помню, что был такой певец Сухроб Отаев, и песня его «Ощипалав». «Амаме хурат, ощипалав». И после этого, не совсем правда, что первый раз мама заметила в этом. Мой покойный дедушка тоже очень был музыкальным человеком. И несмотря на то, что он был депутатом Мали-Зиоли, а потом еще заведующим консервного комбината, директором консервного комбината Каньбадама, он меня вел с собой по наставникам в Худжанд, в Исфару. Еще на мой первый фестиваль «Нури умеет» в Душанбе. Я помню, когда я был маленький, и на кастинге была Апайта Ахмина из «Авесто», Парвина Шукрулаева, когда я пел в суруди «Ватан». Вот так и все начиналось. Потом потихоньку и первый конкурс, гран-при, потом приглашение в Казахстан, Беларусь. И оттуда в Италию. И у вас такой огромный опыт. Вы так много, прежде чем поступить именно в консерваторию в Италии, вы уже получили так много наград, заслуг в своей сфере. Каково было ваше чувство, когда вы выступали на итальянской сцене? Мы видели отрывки ваших выступлений. Вот. Переживали, было ли волнение или уже нет? Или у человека, который столько всего прошел в столь юном возрасте, уже нет никаких волнений? Волнение всегда есть. И это правильно, что волнение есть, потому что волнение тоже помогает с экспрессией, да? Чтобы направить текст, значение текста слушателя и свои эмоции. Со временем не убавилось, а наоборот, вот с оперным пением у меня всегда волнение, потому что оперное пение — это всегда лотерея. У тебя вдруг в один день ты встаешь, и у тебя простуда, и голос не звучит. Само. Поэтому все. И у всех самых знаменитых оперных певцов такое было, что
и провалы, и отмены концерта, и отмены опер на сцене театра. По-моему, Елена тоже со мной с этим согласится, что come sto dicendo che essendo un cantante d'opera cioè non sei mai al 100% sicuro che hai la voce. Che la voce sia risponda. Risponda. Un giorno un giorno non c'è, un giorno c'è. Yeah, un giorno hast, dorme, un giorno. Baro hamin pai vasta ovozxone opera in yak hamchun yak sportsmen ast, ham yak. Obisart, ba fikram hech go namin. Nafaqat obisart, nafaqat obisart. Biad ferist ro ba mo biguyed. Ferist, agar man ba shoma miguyam to okhiri efir ba fikram. Fakat parhezi Cristiano Ronaldo sabuktar ast, ha? Bale, bale, bale. Don Donagiho Shirini, Shirini ast. Pistachio istemol meknet. Pistachio az I love pistachio. I love pistachio. Хама дуст медро дар Италия, аз хама чизи бомазе ки ман хурдам ин мороженое. Яхмос. Яхмоси, яхмоси пистаги. Пистаги ки хунармандон мекунан, чун дар хона мекунан, да бо пистаги ҳақиқӣ мекунан. Аз از این چیزی بامزه تر. با پیستای حقی، پیستای فیک رو من دیدم میخواستم. Слушайте, Шахрух, вот в Италии вообще, вы когда учились, параллельно где-то работали или просто занимались именно учебой? К счастью, занимался только учебой. И, ну, приглашение к концертам, выступления, которые приглашают спеть оперу, спеть на концерте. Я выступал во многих городах, в Милане, в Риме, и на мероприятиях больших, которые организовывало итальянское государство, в том числе в день юриспруденции с участием президента Итальянской Республики в Большом зале нашей консерватории. Бехтарин, дар Италия чуть не мешает, ки опера, ман жанре опера, дар туй садодят. Яне, я говорю, шахси сарватманди Болонья, Шорух Юнусов ро, дар чора бини хурсанди ху дидан мехуат. Йо, инки аз Сардиния бушат, аз я кончу едигар. Бале, бале. Дар Италия, мара, кой туй, мислим он ест. Авал дар, чим екунан, килисо, бад ба банкет рафта, ама каса хурсанди мекунан. Вале намешават ки сад каса до панчо кас бошат. Мобайн дар назикиои худ, бо назикони худ, бо 20 нафар, бо 30 нафар. Бетарин, шума ба монанди бази аз сарояндагони эстрадаи тоҷик рови шахси худро доред дар Италия? Дар Италия рови шахси худро надорам, барои ин ки профессияи рови дар дар Италия, дар умуман дар сафи опера чи нест. Вуҷуд надорад. Вуҷуд дорад, вале дар премьераҳои масалан театри Ла Скала, номдори Ла Скала Милано гирем, ҳар сол санаи 8 декабр премьераи театр мешаванд, ки аз тамоми дунё аристократо, одамҳои селебрити гуфти шумо, омада як сол пештар тамоми чиптаҳоро мехаранд, ки чиптаҳо барои премьера аз 3000 евро сар мешаванд. Як барои як чипта 3000 евро. Яъне чиптаҳо барои Милан ва Интер онқадар хуб дар фурӯш намешаванд. Бале, бале. Это не удивительно, потому что Италия это колыбель оперы. Это страна, в которой родилась опера, и она просто стала известной на весь мир, мировым искусством. И Миланский театр это Намунай Амунас. Высшая цель для всех оперных. Подождите, лиц. Вы, получается, уже выступали там? Пока что нет. Но у меня скоро в конце апреля прослушивание в театре Скал. Вау, муафакет вашему хоне. Желаем удачи. Дасти доро, ме бардорем. Бигзор шумо, муафак бошет, вахусан дар Амонджо, баромат кенет. Мавреди, чорабнио бисер субат мекем. Саломат бошет бордигар. Дар Навруз, дар джашни, дар тажири джашни Навруз, хусан дар соли 2023, мо Шорух ва Елена ро дидем. Ва ми хустем пурсон шавим ки чи гуна дават гардед. Уман рафти чорабин чи гуна барои шумо баргузор гардед. Кай дават кардан, кадом суруд ро сароиде чинончи, мо кушиш кардем шаз ам ро истифода бурдем, вале сурудро муайян карда натавонистем. Барои ки бо забони тоҷикӣ хондем. Аз ҷумла Елена ҳам аз як порчаи сурудро бо забони тоҷикӣ хондааст. Елена, now it's time. I think it's time.
No. It's your time. Quello in tagico puoi fare. Non me lo ricordo tutto. Чунки идея о сипайдуше скимо. Non ricordo tutto. Amoro davat kardan ba manzang zadan reisi viloyat muhtaram Rajab va Amazoda ki mo mekhoyem baroi jashn Navruz yak surpriz baroi mardumi Tojikiston, az jumla baroi mehmoni Oli Qadr, baroi пешвои муазами милат, мухтарам Эмомали Рахмон. Ва ба мо як фикр пайдо шуд ки суруди италявиро хам бо забони италяви, хам ва хам бо забони тоҷики месароем. Ва ман пешниҳод намудам ки як овозхони италявиро бо хам гирифта ба Тоҷикистон оварем. Чунки хам барои ҷашни Наврӯз, ки дар таърихи ин ҷашнҳо аз Италия ва аз хориҷа ягон каси дигар боз бо забони тоҷикӣ суруд хонда набуд. Хам барои мо як чизи нав мешавад ва барои Тоҷикистони азиз мо ҳам мо метавонем нишон диҳем, ки мо ҳам хеле давлати зебо дорем. Мо инқадар оинҳои тамаддуни фарҳанги ҳам хеле бой дорем, ки аз ҳамин рангорангӣ либоси чакан, либоси атлас ҳоло дар ҳайрат аст. Ҳоло ба ман гуфта истодааст, ки пеш аз рафтан агар ба ман чӣ нахарем, ба ман ва модараму хоҳарам як либоси тоҷикӣ нахарем, ман аз Тоҷикистон намеравам. Ба назарам Наврӯзи соли 2024-ро дар Милан ҷашн мегирем. Шоҳрух, Елена. Да, пожалуйста, привезите. Cioè non tornerai senza prenderti un vestito nazionale. Assolutamente, assolutamente. Можете, пожалуйста, исполнить небольшой отрывочек из вашего выступления, которое было на Наврозе? Да. Давайте. Пожалуйста. А сначала переведите, да. Ti serve il testo? Мумкин бошад як дақиқа мо اینجا مینو بحریلوه و زبانی توجیکی رو میدوند با رفایل امودگی دیدن قبل از برامت کردن اکنون با یلینا این بخشیدنیست این قسمت رو من تماشا کردم هم در یوتیوب اتو از اوینه نیلگون چون ما در یک جایی با پدر مادر تماشا میکردیم ما هم میخونیم با زبانی توجیکی که یلینا انسیمه توگیدر انسیمه مرحمت عشقم عشقی سمیمانا میشونریانا نورایی دریارا میگردم دورین دنیارا اخیان و سیرویارا با تو تا تمامی دنیا نجوریم تو را شورخی روز و یلنا سوما در رادیو همصدا و یک خواهش دیگر همون است که وینچنزو تستر بر رادیو همصدا هست که در چشمان این دو نفر من محبت رو دیدم چاو Что ж, друзья, это было замечательно. Стану, войду в роль, точнее, 80% комментаторов из Ютуба. MP3 рай, где гирем? Где взять MP3-версию? Баради, я вам с этого урожатку нет, потому что мы пешкаш микрон, дорос. Здорово, молодец. Битарин, шахсимо. Спасибо огромное. Да, обязательно, друзья, слушайте на радио Амсадо полную версию данного музыкального искусства. И представление. Что ж, приходим дальше. Елена, сувад мекрем дар бурой пул. Мани, байтолеви чим шават? Барой дават. Исольди. 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 The money is very important. Я. Божей дуз дошта има. Исольди. Чи гуфтан мекрестам? Дар чора... Коза ки ми пяче ди пью. No, 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 di più no. Ah, una cosa? Non ho capito? No, no, lui sta dicendo, lui sta dicendo No, a me no, non è la cosa che mi piace di più. Gap sari man, mero, tu mi doni shupa. Baroi chorabini dar ishtirok dar chorabini Navruzi shumo isoldi girifted yo inki yakon shartnoma yo masala in subat kada budet?
Dice per quello che sei venuto in Tagikistan, dice, cioè ti hanno compenso, ti hanno compensato. Compensato, Tarjimash lo fa, mi dà il muschile a scalma, hai compensato Robocana? Allora, avrò un compenso per questa esperienza, però devo dire la verità che ne è valsa la pena, e anche se il compenso magari non sarà chissà quanto alto, però sono veramente contentissima di tutta l'esperienza vissuta qui, quindi ne vale la pena. Baroi manham la felicità che ho. Man компенсу, чем еще это компенсу? Джубромпули, я не. Джубромпули. Восстановление, я не баркали. Джубромпули, джубромпули, ман албата ки он кадар дар чарчинес, дар ёй баланнес, вале им барой ман чи набуд. Авалин дарежа набуд, чунки ман бо давати ман омадам ва барой برای دیدنی تاجیکستان همچنین برای دیدن یک فرهنگی نه اومدم برای همین البته تو حال چی نکردیم و پیش از کنسرت تیفاگو ما باید هم جبرانپولی هم تمام مسئله رو سربلندانه اجرا میکنیم. بهترین ایسال دی چیزی مهم است. تشکر برای پاسخ. Тогда давайте я немного перефразирую вопрос. И данный вопрос нам также задавали наши подписчики, когда увидели пост о том, что вы придете к нам в гости. Сколько зарабатывает оперный певец в Таджикистане и в Италии? Давайте сравним. Hanno chiesto in Facebook che cioè perché sono delle domande che fanno i spettatori, no, della radio. Sono curiosi quanto si guadagna da una cantante d'opera. Ah, una cantante d'opera media, quindi non di alti livelli, guadagna abbastanza bene, mm-hmm. abbastanza bene, perché comunque è un duro lavoro il nostro, mm-hmm. e quindi ci facciamo rispettare. Quindi anche concerti, anche dai concerti guadagniamo abbastanza bene, nelle opere si guadagna molto di più. Poi se diventi una star... fiumi di soldi che varia concerti ci cadere i soldi sì. dar Italia money. dar Italia o Europa o secondo me opere خیلی بیسورند چونکه کانکورنسیا به نهایت بیسور است ولی آوازخوان اپرا بودن هم یک کاری آسان نیست برای همین آوازخوان اپرا باید در کنسرواتوری خواند یک سواد موسیقی داشته باشد چونکه یک اپره که شما ازیاد میکنید باید ازیاد کنید و در صحنه ازیاد یعنی هم خونید با ارکستر و هم همچون اکتور باید بازی کنید برای همین یک اپره مثلا یک اپره از همه مشهور رو گیریم تراویاتا مثلا 300 صفحه موسیقی است 300 صفحه موسیقی رو تو باید ازیاد کنی و آوازخوانایی که در اپرا 50 سال 20 سال باز میکنن فعالیت میکنن اونها نکم از 30 40 50 اپرا میدونن یعنی 50 اپرا که 300 صفحه چی دارن همه اونها رو ازیاد میدونن так плюс это ещё нужно вживаться в роль это ведь ещё роль як оперу тайор кардан حدی اقل باید 6 ماه تا 1 سال باید مشق کنیم تمرین کنیم اما به نظر من با فکرم از همون سالهای مکتب بچگی است در صنف یکی حرفا رو نه او یک بار اپرا رو مختار لازم است però non so se puoi dire che è anche vero che l'istruzione costa tantissimo la formazione quindi noi siamo in continua spesa per la formazione nostra fino alla per sempre برای همین در ایتالیا در اولی کاریره خوب است بس در کنسرت ها برآمد میکنی و یک مهمش اون است که یک پروفسی هست که به نهایت حرمت میکنن احترامی بلند دارد برای همین وقتی که در حتی در چی باشد ایرپورت باشد حتی در یک رستوران باشد اگر گویی که تو آوازخوانی اپرایی تماما دیگر میشد برای
اسخونه اوفر بود است باش مو گزارید مرحمت جوی اسمان است همون رو چگونه میفهمن یعنی پیش خدمت اومد نزدی و بعد گفت که با من چک رو پیرت یعنی من پرداخت کنم و اونجا معین میشه با جای واژه چک چک یک نخست از واژه انسان برایت یک گره نه وقت وقتی که در با یک انسانی ناشناس میشوید میگوید که اسخونه اوپرا هستم دیگر می شود تماما و پرسیده می خواهم که چه خیل می خونید کنی یک کم تر یک پرچه با ما سروید من همین کار رو می کردم اگر همین سوال رو نمی پرسیدم راستی و باز سوالی دیگر نوبتی نه سوالی مهم که شما دادید من جوابش رو ندادم مرحمت چقدر کار می کنند چقدر کار می کنند خیلی وقتی که ستاره اروپا شدی ستاره که در سوهای اوپرا می خونند میلیون ها کار می کنند در یک سال а то 10 млн 15 млн євро. А кто а медіа чи читали, ке Єлена говорит, там медіа. Мільйон а медіа. Чек, так скажем. Середній чек, хай ба шумо ані хашо говорити не можу, ва балантар аз як середній ваїза маоші, маоші мільйони Європо. کمتر بلندتر گفته میتونید کمیته اندازه ایتالیا با دقت گوش کنید اون رو شخروخ получается различие наверное в заработных платах Таджикистана и Италии колоссальные не онкатар هم بسیار или у нас тоже хорошо оплачивается труд از اونی موهم در سالهای اخیر توجه بسیار تر شده است ما یک театр опера ва балет дорем барои ҳамин назар ва эҳтиром нисбати театр опера дар Тоҷикистони мо ҳаст ва дар оянда ман умедворам ки боз бисёртар ҳам мешавад чунки мо бо кадом мақсад меҳмонои аз хориҷа мебиёрем ки аз меҳмонои Италия ва аз меҳмонои умуман фарқ надорад давлатҳои Аврупо ҳаст давлати Қазоқистон ҳаст بیاریم که با هم شناسایی پیدا کنیم با هم روابط پیدا کنیم و رفت آمد زیادتر شود چون که ما میتوانیم بسیار چیزها رو از تمدنی اپرا از ایتالیایی ها یا از خارجی ها آموزیم و معلوم میشود که وقتی که خارجی ها هم میبیم از ما به نهایت چیزهای زیاده میگیرن У нас вправду очень ценятся артисты театра оперы и балета и ценятся не только государством, но и людьми, и публикой, конечно. Потому что очень много поклонников творчества артистов. В каком соли дозор бистяк? Ман ба як мушкили, ман дар дигар радио Корва фолия адмекардам, амита Рамазон буд, бад аз тамрин, дар Рамазон ба машк рафтам, ва дар назди опера балет, ат хамжо хали кафро дидам. Сал, устат, мумкин аз акс гирем? جویت یکون مشکلی نیست و در همین قدر سال باری اول رو دیدم و یعنی ما میفهمیم و اینجا اکنون یک سال دیگر رو به نظر ما باید پرسیم از یلینا اکنون و چی طوری که شروع قید کرد رقابت خصوصا اپرا یکی از یک ساحوی رقابت پذیر است و اومن چونین شده است که رقیبان شما شخصانی که در یک جایگی با شما در یکون شرکت فعالیت میکردن یک اخلاق نامطلوب یک سبب گشتند که شما از آن یک ضرر دیده باشید. Vedendo se come c'è tanta concorrenza nel nostro settore è successo una volta che forse una tua concorrente ha fatto qualcosa di male o si è comportato male con rispetto a te. Non mai حقیقی باشد اگر. Sempre succede. Puoi dare un esempio? Succede sempre. No, posso raccontare magari una cosa inversa, cioè nel senso che una volta io mi permisi di dire ad un direttore d'orchestra, vabbè non vi dico dove stavo lavorando, non mi sembra corretto, e dissi ma perché devo cantare tutto io? Diamo qualcosa alla mia collega, che loro mi guardavano così, sai, perché cantavo più cose io, forse perché ero la preferita del direttore, non lo so. E lui dopo mi prese in disparte e disse non fare mai più una cosa del genere, perché loro sono in questo ambiente, purtroppo è un ambiente pericoloso, e quindi tu quando io ti dico una cosa devi fare tu, non devi pensare alle altre, non devi essere generosa verso gli altri, perché purtroppo qui siamo tutti Eva contro Eva, tutte contro tutte. Purtroppo. Calibre contro. Famost. Bokmondash ro tarjma kardam mikhoste. Contro. Bale, mutasifona dar با فکر من در همه ساحه ها می شوند این خیلی لحظه های خیلی بخیلی می شود باز
Elena gufte is odaski, bale bisor bisor budand dar hayoti inkasam, bale yak як намуна, ки дар шар, дар як шар, дар як театр баромад мекардан, ва Елена бисёртар аз дигарон баромад мекард. А, яны зиотар ба сахна пайдо мешуд. Бале, аз мехрубони ба дирижори театр хоиш намуд, ки мумкин ба дигархой ам камтар имконият бушад, ва дирижори театр ба чи омад? Ба газаб омад. Ба газаб омад, ва Елена ро гуф, ки дигар ин коро накун, чунки дар ин театр рақобат бениват баланд аст. Рақобат баланд аст ва ҷои чи нест. Хуби, раҳмдили, хайрхоҳӣ. Аз фикри дирижори ҳамон театр ҳамин хел будааст. Вау. Аммо ин бор дигар дарак аз он медиҳад, ки меҳмони воқеан мо интихоби дуруст кардем, Ҷамила, аз меҳмони даъват кардаи худ. Меҳмони мо ба мо монандтар аст. Ба як ахлоқи тоҷикона дорад. Воқеан Шорух чӣ гуна худро дар феҳристи одамони хуб дохил кард. Друзья, прервемся на небольшую паузу. Время в Душанбе, 10 часов утра. Скоро вернемся. Бодрое и веселое утро вместе с Салом Хамсадо. Друзья, мы вернулись, и у нас десерт. Мо ума десерт дорем. Бада зони, ки ба назари ман Елена Сома дар инстаграм маро пайгири карт, мо бояд барномаро идома дихем, ба назарам, Ҷамила. Так, я и говорю, что мы подошли к десерту, к не то чтобы кульминации. Кульминация у нас, наверное, уже была. Это такой сладкий отголосок кульминации. Самые интересные вопросы, игра у нас впереди, именно под конец. Во-первых, Елена. Хочется у вас спросить о музыке в нашей стране. Вы как гость, вы как человек, представитель страны, в которой зародилась опера. Получается, из страны, которая популяризировала, которая является и колыбелью, и, в общем, самой наивысшей точкой развития. Зенит, Мегиан, именно, Базабоня, да, локомотивом оперы в мире. Как вы оцениваете уровень развития музыки и оперы в нашей стране? Вы наверняка уже успели познакомиться и с нашими певцами оперными, и побывать на репетициях. Ответьте, пожалуйста. Come che viene dal locomotivo, dal paese che ha fondato l'opera? Sì, come come sì. Valuti la situazione della musica in Tagikistan? Forse hai già Man va Jamila vojay navro o muhtemala ke dar barnoma istifoda mebarish. Hai visto me, cioè cantanti, musicisti del Tagikistan? Ah, sì, sì, sì. Sei presentata, forse hai visto qualche prova, come valuti? Sì, sì, sì. Allora, io sicuramente vengo dalla terra dell'opera e quindi ho una grande responsabilità, quindi qui devo cantare molto bene, ma ho notato che ci sono grandissimi musicisti e quindi voglio dire, sono mi sento molto comoda e anzi voglio fare sempre di più, perché sento che qui veramente ci sono bravissimi artisti, tra cui Shorukh, che è molto molto bravo. Future Pavarotti. lui è molto bravo. E sono contentissima di condividere il palcoscenico del teatro dell'opera di Dushanbe con lui, soprattutto perché veramente sono sincera, lui è molto molto bravo e mi dà tanto, mi matro vagarna ba hoy khodro dar ruzdoma namegired az durust ast ki az davlati az asos guzori chi opera mebiyam baro hamin mas'uliyati ziyod ro nis his mikunam responsibility ва дар ин рӯзҳо тавонистам дар чанд машқҳо дар театр низ ширкат варзам ва метавонам гуфт, ки сатҳи операсарои Тоҷикистон ҳам дар дараҷаи баланд ҳаст. Ташаккур, брависими. Мусиқашиён ва овозхонҳои бисёр Лола. Но беҳтарин доранд, ки масалан мо як концертмейстер дорем, ки ба мо кумак кардан, пианист, концертмейстер Лола Маруфовна, ки дар театр корбарӣ мекунанд ва ба мо бениҳоят як дасти ёрӣ дароз карданд. Бо ҳамрӯи Беҳрӯзҷон Сайфиддинов, ки дар пагоҳ дар концерти мо ҳамчун пианист бо мо
در یک صحنه اشتراک میکنند. با همراهی مهمانوی قزاقستان زرو که از دولت قزاقستان میبیند و کسان پیانیست هستند. Піаністи бенігоят Дараджай Балан, кі дар театрі Астана ва академі оперей Астана кору фауляд мікнан. Ва овозхони Джавон, кі аз давлати Хазухстон аст, ва хамчун хамкурсі ман аст, Азиза Омаро, кі аз давлати Італія холо дар рох аст. Бего ба Таджикистон мебе. Бехтарин, мо албатта интизор будем ки як писар ва ду духтар ба назди мо оян, акнон бехтарин шад маротибой дигар албатта интизор машаве. Во-первых, хочется сказать muchas gracias за такую прекрасную обратную связь. Muchas gracias. Это на испанском. А я просто... Grazie mille. Браво. Окей. Grazie mille. За такую прекрасную обратную связь и высокую оценку наших талантов. Друзья, обязательно посетите завтрашний концерт, который состоится в Театре оперы и балета. Это будет потрясающе. Это мы поняли с нашей беседы. Ну, мы и так приходите. До этого знали, Bio-ed. Что будет классно. Ташакор. Биоед нуши джон кунет. Бенвенути. Бенвенути, yeah. Бенвенути тутти, sì. Invita tutti al concerto in italiano. Siete tutti benvenuti al nostro concerto di domani. Benvenuti tutti, sì. Balazar Malakai, dar momenti khurok subat kada iso taim. Pazaras. Vi aspettiamo numerosi, mi raccomando. Прекрасный итальянский язык. Ci divertiremo tanto. Я первый раз в своей жизни слышала столько красивого произношения в эфире нашем итальянского. Ман бенігуаці побуд, ман халуват бурдамас процес. Аж захотелось выучить язык, правда. Вохян хам, чаро дар марказхой омузиши танго олмуни ва англиси? Бале, итальяни нест. Итальяни ро хам говорит кардалос. Друзья, задумайтесь, пожалуйста, послушайте, как прекрасно он звучит, итальянский язык. Барои мо хам бисёр дар кор астан, барои овозхонои ки мехоан ба Италия раван рафта, так били ихтисос кунам, барои хамин, агар ягон каси итальяни میدونیستگی باشد با من با تماس برگرد آنا اوخ تی علا کای فعالیت های صاحب کاری چی میشد با ایتالیایی ایمپرندیتوریاله کسا بیزنسمن کمی سی فا کمی سی دیفه ایمپرندیتوریال بهترین و اکنون لایک منیجر так друзья імпреза У нас на самом деле очень много вопросов, которые нам бы хотелось задать. Это и про ваши любимые партии, про то, как происходит процесс подготовки к выступлению. И, в общем, о творчестве, конечно, говорить хочется. Но, к сожалению, время поджимает. Время уже 10 часов и 10 минут скоро. Под конец мы хотели бы сыграть в игру «Бапеш». Там будет часть вопросов, которые мы бы хотели задать в более длинном диалоге. Но вот форме игры как раз-таки и зададим несколько из них. Шогрух, Фердаус, вы готовы поиграть? Вот и нам дарат Бапеш. Таджикистан Бапеш. Таджикистан Бапеш, хатман. Ва дар инджо мучи мегу, дил хосоли ки муаз шума пурсон мешавем, тан хо ха, йоинки не. Андеша кардан зиот лозим нест, ду йоинки се сонян на зиода аз он барой андеша жидо кардан мешават. Бахайо джону. Акнон инджо масалай пой тахти Рим соли 1895 не, йоинки Италия дар назар дурам пурсидан мешат, салхо осон тарас اومده هستید یک دو سه جمیلا نمایندگان تکنیکی بپش بپش شاروخ بپش باری هم خویشی از اوپیرا با پاپ موسیقی گذاشتن رو داشته اید؟ نه ادهمجان خالیکف رو از اندریا بوچلی بهتر میشمارید؟ بله در جنری ششمقام سرود خونده میتوانید؟ ها خوندن ششمقام از اوپیرا دیده مشکل تر است؟ نه با آوازی با قبل گریفته با صحنه برامده اید؟ بله اوپیرا از پاپ موسیقی بهتر است؟ ها سنجیش بود باره هم رویگان در ایتالیا اوپیرا سرای دهید بغیر از اون واقعه در بالکون ها باره هم میپرسیم سوال دیگر رو اگر مادر شما با کلینی ایتالیوی روزی نباشند با اون حوزید میبراید؟ نه همسر شما باید در خونه نشیند؟ نه بارسلونا رو بدونی مسی هم دوست میدارید؟ Vale. Саломат Боше. Это был Шохрух Юнусов в игре Бапеш. Спасибо огромное. Было приятно вас послушать. Очень Салом много нового узнали. Друзья, спасибо, что пришли. Вы замечательные. Барой мой, мой мухам бенюат писан домат.
Ждем вас снова, ждем вас снова в Таджикистане, ждем вас снова у нас в гостях. Скажите, пожалуйста, немного вот в двух словах буквально о ваших будущих планах. О планах на будущее, если быть точнее. Вали, планы на будущее, на ближайшее будущее у нас вот несколько. Первый план, самый главный, это закончить консерваторию. У меня пока все идеально с оценками, поэтому я планирую закончить консерваторию, ну, как сказать, по-нашему, с красным дипломом. Так. Но есть еще и прослушивание в Академии Скала, Венский театр. И после окончания, конечно, я бы очень хотел вернуться в наш театр с новыми проектами, с новыми операми и на итальянском языке, и на немецком, и на французском, чтобы представить нашей публике, нашему народу альтернативу, вот, высокую музыку и утонченную и самую-самую красивую. Замечательные планы. Опера ягон вах куна намеша, чунки инро вах нишон додански, опера соли хазору шахсат, якумин опера соли хазору шахсат нависа шудас. А то хол чансу чорсат сол граждански, опера давом дурат, Одамон ба операмирован дар Европа, дар таму ми дала то, таму ми театр хо пураз одама самбару хамин, мо дарин ягон чина дурим. Бехтарин, мо хам бо чунин мақсад хо дар хамсаду мюзики ворс опера ташкил мекрем, аджа била. Мы желаем вам успехов, процветания и удачи. Дай Бог, чтобы у вас все получилось. И завтра тоже желаем вам удачи на вашем выступлении, на концерте. Спасибо огромное. Так, как везет. Мы и в том числе вас обеих ждем завтра в нашем концерте. Обязательно. Спасибо вам огромное. Друзья, дорогие слушатели, обязательно приобретайте весь билеты. Ждем вас завтра на концерте в 5 часов вечера в Театре оперы и балета. Таджикистан! Браво! Классно, браво! Друзья, спасибо, что были с нами на волне 94.4 FM. Это было утреннее шоу «Салом Хамсадо». Я хочу отметить партнеров нашей сегодняшней беседы и вот этого звездного часа. Душанбе Сити, самый лучший банк в Таджикистане. Спасибо вам, кстати, за ваше удобное мобильное приложение и виртуальную карту. Спасибо за поддержку нашего шоу. И, конечно же, наш бодрящий напиток «Флэш Ап». Вам тоже спасибо за энергию, драйв и такой потрясающий Рок. Вкус напитка. Уман замимай DC дорам, хам Next дорам, хам уман душам бесити DC хам дорам. Ва истифодами барам фаулона на танхо дар дохили DC, балки бо дигар замимахо. Ва нушокиёҳои қувватдиҳандаи Flash Up ро низ мо аз хотир намебарорем, чун дар пеш рӯзҳои шанбе, якшанбе аст. Flash Up ро менӯшем ва ба опера балет ҳозир мешавем соати 5 то ин ки аз сурудхонии Шорух, Елена ва дигар сарояндагон ҳаловат барем. Ташаккур ки бо мо будед, ба ҳама хайр. Мадина Акназарова, Шохрух Юнусов, Бойо Диту специально для вас, друзья. Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come ma, mi è entrata dentro c'era stata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso. Ma sin tempo io di tu non mi chiamo studio doi. Dar la buona fario di tu non dormo astura hoi. Tani ni sap che so di tu dar chilvati. موسیقی پروازش در دنیا چاریست è una musa che ci invita a
vivo per lei. Ma zindam bo sozi tu, bohi si oti oshikona, rui labam ovozi tu, dar toru budi hartarona. Vivo per lei, lo so mi fa, girare d'in città in città, soffrire un po' mi almeno io vivo. Perché oramai io non ho altra via d'uscita, perché la musica, lo sai, davvero non l'ho mai tradita. Ishqi man ast hamzadi tu, bi tu jani dil khalis, to javidon gar boshet dar dunyo, dar dunyo kafi. Салом Хамсадо.